Гриша и Сергей. Я не знаю, но как-то... Два-два. Гриша! У-ху! Раз-два. Это подарок тебе. Спасибо. Ну, Гриша. Пять-три. Гриша, дождь не помеха. На поле. Да. Не расслабляйся. Шесть-три. Поехали. 7-3. Даже не реагирую. Пойдешь, что же? А, пошли. Новый. Счет. 7-3 в пользу Григория. Ура! Семь четыре. Прожор. Да? Я подожду. Ну, у меня еще, блин, три игры. 7-5. Нет слов. Не надо молчать. Так просто. Последний, да? Тихим сапом. Экстремальный игрок. Да, ты что делаешь, 07? Называй, с кем ты играешь. Да я знаю, ну, с кем я играю. Ракеты не роняют. Ты напугал меня. Можем больше. Гриша, не волнуйся. Ты уже 10 набрал. 07. Ну, закрывай. Можно. 0-8. Спасибо. Но не в этот раз. Спасибо большое. Низкий поклон вам. 1-8. Ну куда? Вообще не режет. Не идет. Чего ж не смыть стол-то? Да она вообще не вон мокрая. Ни хрена не делает. Гриш, все в равных условиях. Ну да, согласен. Поехали. И опять я забиваю такие шары. Может протереть? Давай. 2-0. 2-0? Да. 3-0. Зато ты в природе. Да. И это радует. Ну, Игорь, ну, какую погоду ты еще сомнешь? Ты такую погоду сомнешь только это, езжу. 3-1. Гриш, все хорошо. Нормально, не переживай. 4-1. 4-1. 14-1. Стоп, стоп, играй. Да вон мяч, прям под ногами. 4-2. Блин, да ладно, такой шар. Гриш, не торопись. Ворон.
Да, дружба. Куплено, куплено. Я не ожидал. Да, 15-14 победил Григорий.